На стадионе Лесногородской школы собрались старшеклассники, победители соревнований по боксу и молодые спортсмены. Всех их объединяет одно – спорт и здоровый образ жизни. Такие мероприятия полностью подчеркивают направление молодежи за здоровый образ жизни. Ребята, которые соревнуются, ребята, которые занимаются спортом, никогда не будут уподобляться людям, которые употребляют наркотические средства, либо алкогольные напитки. Наша молодежь всегда была за здоровый образ жизни. В рамках мероприятия «Мы – поколение ЗОЖ» спортсмены показали техники бокса и других единоборств. Также ученики состязались в перетягивании каната и принимали участие в соревнованиях. Призер чемпионата России и чемпионка Центрального федерального округа 2023 года Дарья Морозова продемонстрировала упражнение «Бой с тенью». Давайте поддержим нашу! Представители общественного совета при МВД Одинцовского округа уверены, подобные мероприятия помогают сформировать у подростков установку на здоровый образ жизни и приобщить к спорту. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».